памятью 128 гигабайт всего за 25 999 рублей. ДНС. Больше, чем кажется. Полином дарит 20 тысяч сюрпризов. Закупайся в Полином, получай карту-сюрприз, активируй карту на сайте polinom03.ru и получи до 1000 бонусов на бонусную карту. Полином. 30 лет вместе. Золотая нерпа. Большой выбор обручальных колец. Загляните к нам. Добрый вечер, уважаемые любители спорта. Телеканал «Оригус» ведет прямую трансляцию с официального открытия чемпионата России по стрельбе из лука. Здесь будет разыграно 6 комплектов наград среди мужчин и женщин в личном и командном первенстве, а также в миксе в стрельбе среди смешанных пар. Хотел бы сказать, что ранее чемпионат России в Улан-Удэ проходил и уже два раза – в 2009-2011 годах. И еще в 1980 году, в год Московской Олимпиады, в Улан-Удэ прошел Кубок РСФСР. Накануне, в первый пристрелочный день чемпионата России, наша съемочная группа побывала здесь, на центральном стадионе. И вот что нам удалось увидеть. Смотрим на сюжет. Чемпионат России по стрельбе из лука стартовал в Улан-Удэ. В нем участвуют более 200 спортсменов из 23 регионов страны. Соревнование проходит на центральном стадионе. Стрельба из лука появилась в программе Олимпийских игр в 1900 году. А вообще, вот, Константин Дашевич, когда этот вид спорта стал культивироваться у нас в Бурятии? Ну, у нас в Бурятии где-то первый раз наши поехали на фестиваль молодежи и студентов. Город Москву. В 1958 году развилась федерация во Львове. И вот оттуда пошло уже распространение стрельбы из лука повсеместно по Союзу. Значит, они, украинские тренера, приезжали, были наставниками, помогали нам. А в среднем где-то дойти до мастера 5-6 лет. У нас был, есть и до сих пор норматив, который сумму очков выбиваешь, это норматив мастера спорта. Сейчас мастер спорта 1250 в М1. Мастер спорта международного класса 1315. На чемпионате России мужчины стреляют с 4 дистанций. Это 30, 50, 70 и 90 метров. 70 метров – это олимпийская дистанция. Скорость стрелы достигает порядка 240 км в час. А вообще, вот сколько за соревнования вам приходится вот выпускать стрел и сколько еще на тренировках? На тренировках я выпускаю около 150 за 3 часа. На соревнованиях получается 72 выстрела в день. Ну, 70-90 метров, и на следующий день 50 и 30. Лук очень дорого стоит. Да, например, мой от корейской фирмы около 200-300. Сами соревнования проводятся в течение 6 дней, а вот для тренера, наверное, самое основное – это вот смотреть, ждать от ваших спортсменов, как они стреляют. Что вы делаете? В стрельбе из лука, учитывая наш регион, Республику Бурятия, так как Республика Бурятия является именно ведущим регионом по стрельбе из лука в России, для меня, тренера, задача стоит попасть в сборную команды России и достойно защитили Республику Бурятия. Соревнования среди лучников проходят как по стрельбе из блочного лука и классического. Вот блочный лук от классического чем отличается? Блочный лук отличается тем, что у него немножко другая конструкция. У него также есть рукоятка и плеч, как мы видим у классического лука. Но также есть система блоков, которая помогает растягивать лук более высокого фунтажа. Когда вы совмещаете мушку, у нас мушка находится с линзой, и плюс есть пипсайт, в котором тоже есть линза. И он очень хорошо увеличивает на мишени именно желтый район желтого, и можно увидеть габариты десятки и девятки. И когда ты целишься, естественно, тебе очень хочется попасть 10. 19 августа мы покажем в прямом эфире финальные стрельбы.
выход! Солнечное и гостеприимное Бурятия приветствует сегодня всех участников и гостей чемпионата России по стрельбе из лука. Россия – спортивная держава, подарившая спорту сотни великолепных имен и рекордов. Наши атлеты, несмотря ни на что, берут все новые и новые высоты, и мы остаемся одними из ведущих участников мирового спортивного движения. И вновь Республика Бурятия в авангарде спортивных событий страны. Мы приветствуем сегодня всю Россию! Моя судьба и жизнь навеки связаны с моей державой. В моем сердце бесконечная вера в будущее всей страны. Единый народ, героизм, истории, слава. Мы вместе под небом одним, сердце любовь храним. Над нами гордо реет флаг единства мира и свободы. Мы прошли так много разных дорог и вместе сделаем новый шаг. Пусть мирным будет рассвет и солнце на небосводе. Отгремели 32-е летние Олимпийские игры в Токио, но мы уже готовы к новым стартам. На центральном стадионе столицы Республики Бурятия собрались выдающиеся спортсмены, призеры и чемпионы мира, участники и призеры Олимпийских игр. В течение 5 дней мы будем с вами свидетелями яркого, зрелищного спортивного события. 211 спортсменов из 24 регионов нашей страны будут бороться за звание чемпиона России по стрельбе из лука 2021 года.
В этом году команду Бурятии будут представлять сильнейшие спортсмены, среди которых заслуженные мастера спорта Светлана Гамбоева, Инна Степанова, Большенима Церемпилов, Наталья Эрденеева, мастера спорта международного класса Эрдем Цидыпов, Баир Цибикдаржиев, Анна Болсукова, Виктория Будаева, Эрдем Эрденеев, Цирен Болтаков, Татьяна Бадмажапова. Итак, мы начинаем. Приветствуем парад команд участников чемпионата России по стрельбе из лука Улан-Удэ 2021. Друзья, несмотря на дождь, поддержите бурными аплодисментами Забайкальский край! Приветствуем Иркутская область! Калининградская область! Краснодарский край! Красноярский край! Город Москва! Московская область! Новосибирская область! Приморский край! Псковская область! Республика Дагестан. Республика Саха-Якутия. Ростовская область. Рязанская область. Республика Калмыкия. Приветствуем. Республика Чувашия. Санкт-Петербург. Свердловская область. Хабаровский край. Ханты-Мансийский автономный округ. Челябинская область. Ямало-Ненецкий автономный округ. Ярославская область. Республика Бурятия. Для приветствия и открытия чемпионата России по стрельбе из лука приглашаются глава Республики Бурятия, председатель правительства Республики Бурятия Алексей Самбуевич Цыденов. Президент Российской Федерации стрельбы из лука Владимир Николаевич Ешеев. Председатель Народного хурала Республики Бурятия Владимир Анатольевич Павлов. Мэр города Улан-Удэ Игорь Юрьевич Шутенков. Президент Бурятской Федерации стрельбы из лука Вячеслав Болданович Цибикжапов. Министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Вячеслав Анатольевич Домдинцурунов. Дорогие друзья, поприветствуйте! Слово для приветствия предоставляется главе Республики Бурятия, председателю правительства нашей республики Алексею Самбуевичу Цыденову. Уважаемые друзья, уважаемые гости, уважаемые участники чемпионата, всех приветствую в Бурятии. Хочу вместе с вами порадоваться за то, что у нас в республике проходит чемпионат России по стрельбе из лука. Для Бурятии стрельба из лука – это не только любимый и успешный вид спорта. Это наша история, это наша гордость, это наше прошлое и наше настоящее, и наше будущее. У нас в республике построен, открыт и действует единственный в России крытый лукодром на 70 метров на олимпийскую дистанцию. Мы приглашаем все регионы, всех спортсменов приезжать к нам чаще, заниматься, тренироваться у нас, проводить соревнования. И, конечно, мы гордимся нашей Светланой Гамбоевой, которая совместно с Еленой Осиповой и Ксенией Перовой завоевали серебро на Олимпиаде. Уважаемые друзья, еще раз всех приветствую, всех поздравляю и желаю нашим спортсменам показать красивую стрельбу, а нам за них порадоваться. Слово для приветствия предоставляется президенту Российской Федерации стрельбы из лука Владимиру Николаевичу Ешееву. Дорогие друзья, уважаемый глава республики, председатель Народного хурала, президент Федерации, министр спорта, уважаемые тренеры, специалисты, судьи и дорогие спортсмены, от имени Российской Федерации стрельбы из лука искренне от души поздравляю вас с открытием чемпионата России в городе Улан-Удэ, Республика Бурятия. От имени Федерации желаю спортсменам высоких спортивных достижений. Впереди у нас еще в конце сентября чемпионат мира
США в городе Янтоне. И впереди Олимпиада 33-я в Париже. Поэтому будем готовиться и добиваться успехов. Спасибо. Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность. Ваши бурные аплодисменты. Вручили зонтик, сейчас непогода. И благодарность министру спорта Республики Бурятия Дамдинсуруну Вячеславу Анатольевичу. Знак признания, благодарность за вклад в развитие стрельбы из лука в Республике Бурятия в связи с успешным выступлением на 32-х играх Олимпиады в Токио. Дорогие друзья, вас приветствует председатель Народного хурала Республики Бурятия Владимир Анатольевич Павлов. Уважаемый глава Республики Бурятия Алексей Самбуевич, уважаемый президент Российской Федерации по стрельбе из лука Владимир Николаевич, уважаемые спортсмены, гости, уважаемые земляки. От имени депутатов Республиканского парламента Народного хурала Республики Бурятия от себя лично поздравляю с таким замечательным событием, чемпионатом России по стрельбе из лука. И приветствую гостей на нашей гостеприимной бурятской земле, богатой замечательными людьми, замечательными традициями, в том числе и спортивными традициями. Для нас большая честь, что соревнования такого уровня проводятся в Республике Бурятия уже не в первый раз. У нас проводился чемпионат мира по боксу среди женщин, чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин, среди женщин. И вот очередное такое соревнование высокого уровня, это говорит о большом высоком доверии к нашей республике. Глава Республики Бурятия Алексей Самбуевич Сыденов, депутаты Народного хурала, правительство уделяет большое внимание развитию спорта в Республике Бурятия. И наши спортсмены имеют высокие результаты по многим видам спорта. Стрельба из лука является базовым видом спорта. И исторически сложилось так, что это еще и национальный вид спорта. Издревле стрелков из лука, их всегда почитали среди земляков в народе, а лучших из лучших называли мергенами. Отрадно, что такие хорошие древние традиции, они живут и развиваются по настоящее время. Но мы, естественно, конечно, все вместе с вами помогаем, чтобы эти традиции никогда не были забыты. Совсем недавно завершились Олимпийские игры в Токио. Наши спортсмены, которые сегодня здесь присутствуют, которые вошли в состав команды Российской Федерации по стрельбе из лука, и наша землячка Светлана Гамбоева, Ксения Перова и Елена Осипова показали блестящие результаты, стали серебряными призерами. Сегодня еще раз выражаю им благодарность и также их тренерам. Сегодня присутствуют многие спортсмены из 24 субъектов. Все приехали самые лучшие из лучших. Хочу всем пожелать спортивных побед, пожелать крепкого здоровья. Но самым главным, конечно, это будет отборочный сегодня соревнование, покажет, кто лучший из лучших, поедет на чемпионат мира. Хочу всем пожелать, чтобы ваши мечты сбылись. Спасибо. Гостей и участников чемпионата России по стрельбе из лука сегодня приветствует мэр города Улан-Удэ Игорь Юрьевич Шутенков. Добрый вечер, дорогие друзья. От имени жителей города Улан-Удэ я приветствую всех участников чемпионата и его организаторов. Уже третий раз наш город проводит соревнования по стрельбе из лука вот такого масштаба. И это не случайно. У нас в городе, у нас в республике стрельба из лука – это замечательный и любимый вид спорта. Мы восхищаемся стрелками, уважаем их. И я еще раз повторю, самых метких называют мергенами. В 60-х годах в республике получила развитие стрельба из спортивного лука. И с тех пор Бурятия воспитала много чемпионов, победителей престижных соревнований в России и в зарубежных странах, и даже олимпийских чемпионов. И я еще раз хочу сказать, что стрельба из лука – это тяжелый труд. Безусловно, здесь огромную роль играет талант. Но я хочу сказать, вкупе с талантом – это и сила воли, упорный труд, ежедневная работа, воля к победе и сила духа. И
даже в таких сложных условиях с ковидом, когда залы были закрыты, наши спортсмены продолжали свой тренировочный процесс, занимались дома, на природе, и как результат сегодня чемпионат России у нас в городе Улан-Удэ, в добром, гостеприимном городе. Я от всей души поздравляю всех участников соревнований с новым стартом. Желаю всем успехов, чтобы в теле всегда жил сильный дух, а в душе смелость и воля. Вперед! Вас приветствует президент Бурятской Федерации стрельбы из лука Вячеслав Балданович Цибикжапов. Дорогие друзья, всех поздравляю с чемпионатом России города Улан-Удэ. Для нас это большая честь. И хочу выразить надежду и уверенность, что наши стрелки Республики Бурятия выступят достойно на данном чемпионате и отберутся на чемпионат мира. Уракша! Слово для приветствия предоставляется министру спорта и молодежной политики Республики Бурятия Вячеславу Анатольевичу Домдинцурунову. Уважаемые земляки, уважаемые тренеры, уважаемые спортсмены, уважаемые гости нашей республики, разрешите от всей спортивной общественности поприветствовать вас и поздравить с открытием чемпионата России по стрельбе из лука, который проходит в нашем любимом городе Улан-Удэ, в нашей любимой республике Бурятия. Сегодня в чемпионате принимает участие более 200 участников. И очень рад, что в составе участников более 40 представителей нашей республики. Я не устаю повторять и повторюсь еще раз, что стрельба из лука – это не просто вид спорта для нас. Это часть нашей культуры, это традиция, которая уходит в глубокую древность. Сборная команда России занимает ведущие места на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских игр. И отрадно, что очень весомую роль в победе нашей сборной отводится нашим спортсменам из Республики Бурятия. Хочу пожелать всем спортсменам точной, меткой стрельбы, но в первую очередь, конечно, спортсменам Республики Бурятия. С праздником! Начинаем торжественную церемонию награждения и чествования призеров летних Олимпийских игр в Токио. Памятный подарок – серебряную чашу изобилия от Республики Бурятия вручается заслуженному мастеру спорта Советского Союза, президенту Российской Федерации стрельбы из лука, вице-президенту Европейского и Средиземноморского союза стрельбы из лука, члену исполкома Международной Федерации стрельбы из лука Владимиру Николаевичу Ешееву. Медалью «За заслуги перед бурятским народом» награждается заслуженный мастер спорта СССР, президент Российской Федерации стрельбы из лука Владимир Николаевич Ешеев. Церемонию проводит президент Всебурятской ассоциации развития культуры Вячеслав Балданович Цибикжапов. Владимир Николаевич, тогда они ху ворядут, ворят ордзон и хабаерты бэнэд. Я хочу поблагодарить Владимира Николаевича за поддержку бурятских спортсменов, где бы они ни жили. Они всегда достойно представляют сборную России. И Владимир Николаевич всю свою деятельность, все свое время всегда поддерживал наших бурятских спортсменов. Давайте ему поаплодируем за это. Здоровья, благополучия! Удостоверение и нагрудный знак «Заслуженный мастер спорта России» вручается Сергею Игоревичу Хутакову, члену сборной команды Республики Бурятия. Церемонию награждения проводит президент Российской Федерации стрельбы из лука Владимир Николаевич Ешеев.
наградите аплодисментами, друзья. Удостоверение и нагрудный знак «Заслуженный мастер спорта России» вручается серебряным призерам 32-х летних Олимпийских игр в Токио 2020 по стрельбе из лука. Светлане Вадимовне Гамбоевой, Республика Бурятия. И Елене Александровне Осиповой, Ростовская область. Громче, друзья, приветствуйте. Памятные подарки от Республики Бурятия вручаются нашим серебряным призерам 32-х летних Олимпийских игр в Токио, заслуженному мастеру спорта России Светлане Гамбоевой, Республика Бурятия. И заслуженному мастеру спорта России, двукратному призеру Олимпийских игр Елене Осиповой, Ростовская область. Стрела из чистого серебра. Также сегодня памятным подарком от нашей солнечной гостеприимной Республики Бурятия награждается заслуженный мастер спорта России Ксения Перова, Свердловская область. И сегодня мы подарок вручаем тренеру Ксении Станиславу Владимировичу Попову. Друзья, под ваши бурные аплодисменты тренер призерки Олимпийских игр спешит к нам. Открывает чемпионат России глава Республики Бурятия, председатель правительства Республики Бурятия Алексей Самбоевич Цыденов. Чемпионат России по стрельбе из лука в городе Улан-Удэ считать открытым. Дамы и господа, мы просим всех встать. Звучит государственный гимн Российской Федерации. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, могучая воля, великая слава, свое достояние на все времена. Хранимая Бога, родная земля. Славься, Отечество,
мечты для жизни грядущие нам открывают года. Нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Уважаемые жители Республики Бурятия, уважаемые гости и спортсмены, равнение на флаг, звучит гимн Республики Бурятия. Таежная, озерная, степная, ты добрым светом солнечным полна. Цветущая от края и до края, будь счастлива, родная сторона. Цветущая благодарим наших почетных гостей и приглашаем занять свои места на трибунах. И также нашими едиными спортивными олимпийскими аплодисментами проводим парад участников. Yeah.
Как уже было сказано, в Бурятии стрельба из лука – очень популярный вид спорта. С древнейших времен стрельки из лука особо почитаемы бурятским народом. Их искусство поражать цель воспевалось поэтами и сказителями улигершинами, а самых лучших из них уважительно называют мергенами. И сегодня выдающимся мергенам, победителям, призерам, чемпионам мы посвящаем гимн и дарим гостеприимство Байкальской земли. Звездой.
Lying in the street, what's peace? Pieces when you leave it in the past. Let it heal like a cast. When enough time passes, you blast. Kinda like John Wick bars, like a convict runner. You don't wanna start shit. Woo! Coming with the hot shit. All
All they do is talk. You can never top it. Boy, just stop, 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 stop. Do I have your attention? 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 Is you taking notes? 3, 2, 1. We about to go off, off, off. When the speakers go blow, blow, blow. Everybody turn up, up, up. It's about to go down, down, down. Make the whole room spin, spin, spin. Turn the bass up loud, loud, loud. We about to go in, in, in. And we can't stop now, now, now. Work it out. Dance. Don't stop, don't stop, don't stop, don't. Dance. Don't stop. Do I have your attention? Yeah!
церемонии открытия чемпионата России по стрельбе. Точно в цель, а на страницах истории спортивной стрельбы из лука появится. Спорта России, правительство Республики Бурятия, Российская Федерация стрельбы из лука и Бурятская Федерация стрельбы из лука выражают огромную благодарность нашим партнерам. Генеральному партнеру чемпионата России по стрельбе из лука, акционерному обществу Лондонский авиационный завод в лице Белых Леонид Яковлевича. Лондонский авиационный завод – одно из ведущих предприятий авиационной промышленности и оборонно-промышленного комплекса России, входит в состав холдинга «Вертолет России» государственной корпорации «Ростех». Генеральному партнеру Российской Федерации стрельбы из лука компании «Боска». «Боска» – первый российский бренд спортивной одежды. Мы говорим спасибо бурятской компании «Rapid Bio». Смотрите «Орегонс». Удачи!